Хотите, девочки, победить? Да! Позади месяц репетиций и даже двухчасовая подготовка наряда и прически тоже позади. Теперь долгожданный выход на сцену. Это финал конкурса «Baby Model 2022», который проходит уже 18-й раз. Девочки от 4 до 14 лет показывают навыки дефиле и фотопозирования. Все это вызывает то умиление, то восторг. Но за всем этим стоит серьезная работа. Важна сама подготовка, то есть процесс подготовки, во время которого девочки обучаются очень важным для любой девочки, будущей женщины, навыкам, как правильно держать спину, как правильно ставить ножки во время ходьбы, как хорошо выглядеть, как себя держать в форме. И внутренне, и внешне, да, как можно правильно самой научиться готовить себя к какой-то конкретной ситуации, чем дневной макияж отличается от вечернего макияжа, да, как правильно нужно обращаться и ухаживать за волосами. То есть сама подготовка очень важная. Итак, встречайте участниц нашего конкурса! Участвую второй раз. В прошлом году я уже выиграла этот конкурс. В этот раз я буду вручать корону. Больше всего мне нравится ходить по подиуму. А что тебе понравилось больше всего? Позировать. Почему? Потому что это самое интересное. Мне очень нравится участвовать в конкурсах, и я очень люблю выигрывать. Красота, грация и уверенная походка. На этой сцене есть место не только для подиумного шага, но и для зажигательных танцев и даже песен. Финальный выход участниц – мечта. Предстать на публике в образе принцессы – это ли не самое настоящее детское счастье? Титулы получили все, а корону и звание «Бэби-модель» только одна участница в каждой из четырех категорий. Каждой красавице вручили море подарков, в том числе сертификаты, косметику, полезные сладости и, конечно, цветы. Смотрите, дети, цветы, радость, улыбка, нежность – это все, конечно, присуще именно этому конкурсу «Бэби-модель». Мы не первый год поддерживаем. И всегда совершенно счастливы, когда наши ребятишки получают вот эти милые букеты. Это очень приятно, когда ты занимаешь бэби-модель, корону. Это очень хорошие, положительные эмоции. Радостных эмоций действительно много. Девочки вместе с группой поддержки, своими семьями, которые задавали настроение весь вечер, в восторге от происходящего. Без сомнения, такой волшебный праздник украшает жизнь и дарит приятные воспоминания на долгие годы.